Jaya Kunjabi Hari Jaya 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 Gopi Jagalaba Jaya Divaragari Jaya Gopi Jagalaba Jaya Gopi Yashoda Nandana Rajajana Ranjana Yashoda Nandana Rajajana Ranjana Yamuna Tiravana Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janava Jaya Gopi Janavalaba Jaya Girivaradhari Valaba Jaya Yashoda Nandana Rasajana Ranjana Yashoda Nandana Rajajana Ranjana Yashoda Nandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanasya Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunjabihari
Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Galava, Jaya Girivara. Jaya Gopi Jana Balabha, Jaya Girivara. Krishna
Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Субхадра Майкиджа, Шива Прабхупада Киджа, Шива Бхагавата Киджа. Вау! Дорогие Вашнавы, мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам. Седьмая песня, глава четвертая, которая называется «Хираньякашипу держит страхи Вселенную». Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая, Бхагавате Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая. Итак, 4 глава 7 песни, текст 35, и продолжаем читать еще 36, потому что 35 без комментариев Шилы Прабхупады. Ям садху гадха садаси, садху гадха садаси, рипабо пи суран рипах, пратиманам пракурванти, Ким утанье павадришах. Ям садху гадха садаси. Рипаво пи суран рипах. Пратиманам пракурванти. Ким утанье павадришах. Ям садху гадха садаси, рипаво
Рипах, опи, суран, рипах. Пратиманам пракурванти. Ким утанье бавадришах. Ям садху гадха садаси. Рипарапи суран рипах. Пратиманам пракурванти. Ким утанье бавадришах. Ям садху гадха садаси. Рипарапи сурадрипах. Пратиманам пракурванти. Ким утанье бавадришах. Перевод каждого слова. Ям. Которого? Садху гадха садаси. На встречах, в которых участвуют святые. Или где обсуждается качество святых. Рипавах. Те, кто, казалось бы, должны враждебно относиться к прохладе Махараджа. И Шрила Прабхупада дальше объясняет, даже у такого преданного, как Прохлада Махарадж, были враги, в том числе его родной отец. Аапи, даже сурах, полубоги. Полубоги-враги демонов. И поскольку Махараджа Прохлад родился в семье демонов, полубоги должны были относиться к нему враждебно. Нрипа, о царь Юдхиштхира, пратиманам, ярким примером возвышеннейшего преданного. Прокурванти делают. Кимута, тем более. Анье, другие. Павадришах, столь же возвышенные, как ты. Итак, текст 35. У Махараджи Юдхиштхира, где бы ни заходила речь о деяниях и качествах святых, даже враги демонов, полубоги, а тем более ты и другие люди, упоминают о Махараджи Прохладе, как о великом преданном. Еще раз прочитаю. У Махараджи Юдхиштхира, где бы ни заходила речь о деяниях и качествах святых, даже враги демонов, полубоги, а тем более ты и другие люди, упоминают о Махараджи Прохладе, как о великом преданном. Текст 36. Гунайр алам асакьяир, махатмям тася сучете, васудева бхагавати, яся найсаргикиратихи. Кто сможет перечесть все божественные добродетели Махараджи Прохлады? Он непоколебимо верил в Господа Васудеву, Кришну, сына Васудевы, и был его чистым преданным. Он с самого рождения питал привязанность к Господу Кришне, ибо и раньше преданно служил ему. Хотя добродетели Махараджи Прохлады нельзя перечислить, все они ясно говорят о том, что он был великой душой, махатмой. Кто сможет перечесть все божественные добродетели Махараджи Прохлады? Он непоколебимо верил в Господа Васудеву, Кришна, сына Васудевы, и был его чистым преданным. Он с самого рождения питал привязанность к Господу Кришне, ибо и раньше преданно служил ему. Хотя добродетели Махараджи Прохлады нельзя перечислить, все они ясно говорят о том, что он был великой душой, махатмой. Комментарий в божественной милости Шрилы Прабхупады. В своих молитвах, обращенных к 10 воплощениям Господа, Джайдева Гасами говорит: «Кешавадрита Нарахари Рупа Джая Джагадиша Хари». Махараджа Прохлада преданы Господа Нрисимхе, то есть самого Кришны, Кешавы. Таким образом, слова «Васудева Бхагавати», употребленные в этом стихе, указывают на то, что привязанность Махараджи Прохлады к Нарисимхадеве была, по сути, привязанностью к Кришне, Васудеве, сыну Васудевы. Именно поэтому Махараджи Прохладу называют великой душой махатмой.
В Бхагавадгите сам Господь говорит о Махатмах так. Бахунам джанманам анте, джанаванмам прападьянте, васудева сарвам ити, самахатма судурлабхах. Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя мне, ибо он понял, что я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко. Чисто преданная Господа Кришны, сына Васудевы, великая душа, которых мало в этом мире. В следующем стихе описывается привязанность Махараджи Прахлады к Кришне. Кришна граха грихатма. Его мысли всегда были о Кришне, а значит, он идеальный преданный, в полной мере обладающий сознанием Кришны. Джайши Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Кададхара Шри Васади Гура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Итак, седьмая песня, глава четвертая. Хираньякашипу держит страхи вселенную. Текст 35-36. О Махараджи Дхиштхира, где бы ни заходила речь о деяниях и качествах святых, даже враги демонов, полубоги, а тем более ты и другие люди, упоминают о Махараджи Прахладе как о великом преданном. Кто может перечесть все божественные добродетели Махараджи Прахлады? Он непоколебимо верил в Господа Васудеву, Кришну, сыну Васудева, и был его чистым преданным. Он с самого рождения питал привязанность к Господу Кришне, ибо и раньше преданно служил ему. Хотя добродетели Махараджи Прахлады нельзя перечислить, все они ясно говорят о том, что он был великой душой, махатмой. Но здесь в первом стихе, что меня так как-то заинтересовало, этот момент, что оказывается Махараджа Прахлад оказался в такой... Если мы посмотрим с такого социального взгляда, да, вот в первом стихе Шримад-Бхагава там дает какой бы такой как-то социальный взгляд, где находился Махараджа Прахлада. Он оказался своим среди чужих и чужим среди своих, потому что полубоги его могли недолюбливать и относиться к нему привзято, потому что он из стана врагов, из рода демонов. И поэтому, естественно, обладая хоть какой-то малейшей телесной загрязненностью, мы будем какую-то личность всегда отождествлять с его национальностью, с его семьей, какой-то религиозной принадлежностью и так далее. Это наша естественная будет такая реакция. Даже, то есть, как говорится, встречаем по одежке, как только нам там объявят, что это... Это не секрет. Если говорят евреи, у нас сразу какое-то впечатление о евреи. Сейчас нам сказать русский, у нас тоже какой-то будет образ. Это образ, какой-то будет образ этого всего. И поэтому Махараджа Прахлада действительно оказался вот такой, социально в такой очень опасном положении. Он мог бы, если это была бы не настолько могущественная личность, он мог бы оказаться той личностью, которую недолюбливали бы все, и полубоги, и демоны. И демоны могли бы недолюбливать его по той причине, что он же перешел на сторону врага, он же поклонялся верховной личности Бога. Поэтому это очень удивительное качество, о котором упоминают в связи с прославлением всегда, с прославлением Вайшнава. Мы это читаем и о шести гасами, знаменитой баджана шести гасами, написанном Шринивасом Такуром, Шринивасом Такуром, где говорится о том, что шесть гасами любили все во Вриндаване. Обычные люди,
То есть их присутствие всегда вызывало радость, уважение и признательность этим личностям. И это качество личности, которая дорога всеми, которая интересна и с которой хотят, ну, не сказать, прям общаться, но которые естественным образом проникаются уважением, обладал Махараджа Прахлада. Удивительно, что и демоны тоже очень уважали Прахладу Махараджу. Он же после, так сказать, смерти отца также и возглавлял демоническую династию. Он не перешел там на какие-то другие планеты, или еще с ним ничего не случилось. Он остался в том же месте, тот же час. И дальше управлял демонами, обществом демонов. И демоны уважали и преклонялись, уважали и испытывали вот те же чувства, которые, ровно те же чувства, которые испытывали к нему и полубоги, которые были, прославляли его как вайшнава, И полубоги тоже немного осквернены неким материальным влиянием, они тоже могли бы загрязниться тем чувством, что он же из демонов. Не дай Бог, как много таких историй, не дай Бог, он там, вот как это было в предыдущей лиле с Ритрасурой, когда, напомните, Брахман, который кормил и, кажется, и своих, и чужих, так как он был из рода демонов, помните? Ну, вот эта история в Ритрасуре, он был, начало этой истории, почему все это произошло, потому что он из рода демонов, но так как не закончились все браманы, его пригласили совершать яги для полубогов, и он проводил яги для полубогов. Но так как у него была привязанность к семье своей, собственной семье, поэтому чуть-чуть отдавал и демонов. Демоны таким образом, как говорится, набрели какое-то могущество, и тогда не смогли выступить после полубогов, и вследствие этого всего завязалась эта вся битва. Вот, то есть тоже могла бы какая-то неприязнь к Прахладе Махараджу, но этого нет. Прахлада Махараджа настолько чист душой, здесь Шримад Бхагаватам говорит, что ни полубоги, ни демоны не имели и тени какой-то неприязни к Прахладе Махараджу. Это удивительное качество, потому что все живые существа, находящиеся в этом мире, имеют это качество зависти, которое превращается в разное в связи с разными соприкосновения с разными гунами, то будто личность в невежестве, в страсти или в благости, она преобразуется и приносит свою какую-то определенную реакцию, на что бы то ни было, это зависть. И зачастую мы можем видеть, что, как здесь Шрила Прабхупада, прямо в комментарии, вот именно я сейчас концентрируюсь на первом стихе, как комментарий Шрила Прабхупада прямо подробно объясняет, что даже у Махараджи Прахлады были, ну как, оказался даже у него враг оказался, Хираньякашипу, который настолько был пронизан ненавистью ко всему живому, даже тут мы о Господне говорим, он был пронизан ненавистью ко всему живому. В предыдущих стихах описывается его состояние, настроение. Он был всегда любил хмельные напитки, кто помнит, мы читали об этом, и его глаза всегда были опьянены, и он был всегда в раздраженном состоянии. Такое было состояние его все время, его жизни состояние. Что уж говорится, что и настолько он был ужасен в этом своем состоянии и ненависти ко всему живому, что сдержал в действительности в страхе всю Вселенную. Мы здесь говорим, что описываются собственно, глава этому посвящена, что и Ганхарвы и пели ему славы, и Нарадамуни, удивительно, он подчинил даже Ямараджу, то есть все три мира были подчинены у Хираньякашипу. Настолько он обладал ненавистью, желанием контролировать и ненавидел Бога. А чистый преданный, он имеет те же качества, как в предыдущем стихе мы читали, что, я прочитаю, как все замечательные качества вечно пребывают в верховной личности Бога, так они неизменно есть и его преданном Махараджа Прахладе. Поэтому, естественно, видя столько ненависти к Господу, естественно, у него же столько ненависти было к своему собственному сыну, потому что они не отличны, что Прахлада Махарадж, что Господь Кришна не отличны, как Шрила Прабхупада очень часто замечает, что преданные Господа и Господь не отличны в качествах, есть только в количественном отношении разница. Но качественно они не отличны. Вот такой вот интересный момент, который я обратила внимание, что
Прахладу Махараджа любили все именно, несмотря на какую-то даже свою обусловленность. Она не мешала им видеть Прахладу Махараджа чисто. Единственная личность оказалась, но и то она участвовала в лилах, это Хирани Кашипу. Вот, и следующий текст, 36-й, он уже говорит о несколько таком трансцендентном положении и описывает умонастроение Прахлады Махараджи. Что же стало ключом к тому, что такая личность, она абсолютно парила над материальной энергией, никак не задевая, не будучи задетой ей. И Шрила Прабхупада посвящает комментарии о том, мы видим его настроение Гаудия Вайшнава. А Гаудия Вайшнав – это тот, кто поклоняется только Кришне. И в Бхагавадгите есть тоже один из комментариев, где Шрила Прабхупада пишет, что личность должна быть сосредоточена только на Кришне. Ни на каких других воплощениях Господа, только Кришна. И так вот это называется в действительности вайшнавизм. Таков вайшнавизм. Никакие воплощения, только Кришна. И именно поэтому он начинает свой комментарий с текста из Гита Говинды, который мы вот поем с любовью и преданностью. И один из стихов это Кешава, ну, Тавакара Камалаваре, Накамаду Дашинга, Талита Хирани Кашипу. Танабрингам Кешава Двида Нара Хари Рупа Джая Джагадиша Хари, который описывает именно воплощение Господа как Нрисимхадева. И там описывается 10 воплощений, как мы помним, и каждый припев начинается с того Кешава Дрита. А Кешава – это тот, кто победил демона Кеши. А кто победил демона Кеши? Это Кришна. А кто демон Кеша? Это вот это вот кунт или лошадь. Вот, то есть это Лила Вриндавана. И автор Гита Говинды, спасибо. Джаядева Госвами, он привязан именно к Кришне, поэтому он каждый из куплетов начинает Кешава Дрита, говоря даже не Кришна, а Кешава, то есть находясь в настроении определенной лилы Вриндавана, демонстрируя свое вриндаванское настроение. Вот, поэтому здесь комментарий посвящен тому моменту, что Махараджа Прахлада был преданным Кришне, Васудеву. Он преданный Господа Кришне. И я слушала лекцию Мадхавананды Прабху, где именно этому моменту посвящено качество Прахлады Махараджа. О том, что Прахлада Махараджа поклонялся именно Господу Кришне. Его медитация была на Господа Кришну Васудеву, где здесь Шрила Прабхупада об этом говорит. И когда он увидел Господа, выходящего из колонны, он сам удивился этому воплощению. Это не то, что где-то вот он где-то прочитал, или на Радамуне ему рассказал о Господе Нирсимхе, и он привязался к этому воплощению. Он всегда поклонялся Господу Кришне. И когда вышел Нирсимхадев из колонны, то Прахлада Махарадж сам удивился. Вот это да, вот это воплощение Господа, какое удивительное. Вот он сам был удивлен этому воплощению. И Мадхавананда Прабху, он объясняет, что воплощение Господа, как Нирсимхадева, оно именно в таком настроении, оно приходит в критический момент, как это проявилось с Прахладой Махараджи. Это тот же самый Кришна, но вот в нас таком пиковом, что ли, состоянии, когда надо защитить Господа. И Гаудия Вайшнавы, они не поклоняются, собственно, все время, ну, нет такого поклонения Нирсимхадеву. И наши ачарьи, ну, есть, он говорит, что Бхактисиддханта Сарасвати установил одно божество, Нирсимхадева. Ну, то есть в основном мы ставим божества, устанавливаем божества, это Господу Кришне. Кришне и Гауранитай в нашей традиции. Ой, очень редко Нирсимхадеву. Это говорит о том, что это очень особенное воплощение, и она концентрирует именно то состояние, когда необходима острая защита Господа. И в нашем обществе сознания Кришны тоже поклонение Нирсимхадеву проявилось именно тогда, когда была необходимость, острая необходимость позаботиться о Шри Прабхупаде.
когда Шрила Прабхупада, помню, что это май, а вот год вроде как 67-й, когда Шрила Прабхупада перенес очень острый сердечный приступ, сильно болел, и преданные его ученики, их было тогда не очень много, они очень переживали, и можно почувствовать, да, если мы когда читаем или слушаем об этой семейной атмосфере, и они просили Шрила Прабхупада, как нам помочь? Как нам молиться, что мы можем сделать. И тогда Шрила Прабхупада сказал, вот тогда была первая, Шрила Прабхупада дал молитву Господу Нарсимхадеве, которую мы читаем, до сих пор поем, «Намасте Нарсимхая», «Прохлада Храла Дайане». И эту молитву потом уже, там было несколько храмов, там времени Сан-Франциско еще, и Джадурани, она позвонила, прочитала эти молитвы, и преданные вечером начали петь эти молитвы, и потом после этих молитв говорить на русском о том, что дорогой Кришна, наш духовный учитель еще не успел выполнить свою, исполнить свою миссию, пожалуйста, если на то будет твоя воля, то позволь ему продолжить свое служение тебе. Так появилось в нашем обществе сознание Кришны в Исконе, поклонение Господу Нарсимхадеву. И оно продолжается до сих пор, и мы понимаем, что поклонение Нарсимхадеву в настроении Прахлада Махараджа мы культивируем с такой с любовью и преданностью, в надежде, что Господь явится. Хотя Прахлада Махарадж, он был настолько трансцендентен, что он даже не взывал Господу к его защите. Мы помним, как это происходило. Он просто повторял «Ом намо Бхагавате Васудевая». Всего лишь, всего-навсего. И даже не просил ни о чем. И Господь Нарсимха проявился. Вот настолько эта личность была чиста. Вот удивительно чиста. Вот мы не найдем в этом... В этой личности никакого недостатка вообще. Таков Прахлад Махарадж. И дальше мы будем читать именно о качествах Прахлада Махараджа, о его детстве, о его взаимоотношениях с Господом. Вот. А то, что касается этого стиха, то здесь вот как раз и Шрила Прабхупада упоминает, что Прахлада Махарадж был привязан к Господу Кришне. И это очень тоже, ну, вот это один из моментов нашего вот нашего настроения Гаудия Вашнавизма. Как мы знаем, тоже много лил, когда гопи, они после танца раса искали Кришну, встретили Нараяну, но они его не узнали. Они его не узнали. Также Мадхавананда Прабху рассказывает интересную историю о том, что когда Прахлада Махарадж, когда уже был царем, он пошел совершать аскезы в лес Намишарани для того, чтобы встретиться с Господом. Вот, видеть еще раз Господа. Завершал аскезы, и в какой-то из дней он увидел брахмана, который носил с собой оружие. И он, как царь, настроение тут, вот, царского, он же должен контролировать тут весь порядок, хотя пришел заниматься медитацией, но тем не менее. Вот это вот настроение у него взыграло, и он подумал, это неправильно, что это за личность какая-то странная. Он брахман и носит оружие, это как-то странно, ну, это странно выглядит очень. И он подошел к нему и говорит, кто ты такой? Почему ты носишь оружие и такое как-то воинственное настроение, хотя носишь одежды брахмана, рядишься, то есть неподобство. Говоришь о себе, ну, представляешь себя не такого, какого ты есть. Я буду с тобой сражаться, и я обещаю тебе, что ты будешь побежден мной. Ну, этот брахман говорит, ну, давай сражаться. И они сражались 3 дня. Вот, и Прахлада Махарадж уже понял, что что-то не получается у него сражаться. Тогда он особенно образом обратился к Господу, он провел пуджу, предложил гирлянду Господу. И когда он вышел рано утром на сражение с этой личностью, то он увидел ту гирлянду, которую он предложил Господу на личности напротив. Тогда он понял, что это его Господь, который пришел туда. Ну, то есть он хотел встретиться с Господом. Его аскеза была такова, я хочу встретиться с Господом. И Господь непосредственно пришел к нему, и они встретились. И Прахлада Махарадж обратился к нему. Я дал обет, и как царь, как кшатрия, я должен его выполнить. Я пообещал, что ты будешь побежденную. Как мне быть? Что мне делать?
И тогда Господь, Он возложил свою руку на голову Прохлады Махараджу для того, чтобы вот этот пыл остыл. И вот желание что-то победить во что бы то ни стало, оно ушло. Вот так вот. И потом он ему сказал, что на самом деле ты меня победил уже давно. Я давно тобой побежден. Я сражен уже давным-давно. Вот, и поэтому есть часто, мы слышим в лекциях упоминания, где Кришна, может кто-то потом скажет, он говорит о том, как в Шримад-Бхагаватам, где Кришна говорит, что «Вайшнавы в моем сердце», это поют и в баджане Нарадамдаса Такур, то, что я помню, «Кришна всегда в сердцах вайшнавов», это баджа называется «Вайшнава Вигьяпти». Господь Говинда находит успокоение в сердцах вайшнава. А Господь Говинда говорит, что вайшнава всегда в моем сердце. Вот. И Кришна в Шримад-Бхагаватам говорит, что преданный всегда находится в моем сердце. В Бхагавад-гите есть эти стихи. Также есть один из эпизодов, по-моему, я не буду говорить, кто из наших ачарьев или Бхактивинода Такур в каком-то произведении сокровенном, задает, вот как это обычно это строится, какой-то из вайшнава задает другому старшему вайшнаву какой-то вопрос. И вопрос таков, что свердуша находится в сердцах всех живых существ. Но кто же является свердушой свердуши? Кто находится в сердце свердуши? И ответ такой, что в сердце свердуши находится вайшнава. Вот так тоже такое очень поэтичное, красивое сравнение. Поэтому вайшнав, такой вайшнав, как Прохлада Махарадж, настолько любим Господом, что он приходит в таком настроении защиты, принимает такую форму и защищает своего преданного. Также у нас сегодня Экадыши, да? И вот в связи с этим хочется рассказать, есть у нас, да, для того, чтобы вдохновиться силой аскезы, история, которая связана тоже с Прохладой Махараджи, задает вопрос, ну, я понимаю, что эта история будет, она неоднозначная, такая неоднозначная, имеет много каких-то, может быть, вопросов, как это, а вот Прохлада Махарадж, он вечный спутник, или вот в какой-то момент появился, или, то есть это вот такое, мы не будем это обсуждать, это вообще не мои компетенции, но история такова. Почему Прохлад Махарадж родился в семье Хираньякашипу? Как это вообще произошло? Что это за личность, которая родилась в этой семье? Как это произошло? Как она туда пришла? Вот. И рассказывается, что давным-давно, это в одной из Пуран, давным-давно жил-был Браман, не буду спекулировать, как его зовут, с замечательно благочестивой женой. У них было 5 сыновей, прекрасных сыновей. Но, как говорится, в семье бывают проблемы с детьми. И вот старший сын был, вот это что называется, оторви и выбрось. Вот он... И этот старший сын, его звали Васудева, это рассказывает в Пуране, объясняется, это Прохлада Махарадж беседует с Нирсимхадевой. И Нирсимхадева рассказывает Прохладе Махараджа. Прохлад Махарадж задает этот вопрос. А как же, кто же я? Кто я? Как я появился в этой семье? Как иногда мы можем видеть, что такая чистая личность, в такой странной семье, и думаешь, ну как же она вообще никак не загрязняется? Вот, и вот Нирсимхадева рассказывал ему историю. И вот это вот тот, который оторви и выбрось, это, говорит, и ты и был, дорогой Прохлада. И в чем его было недолик такой? Он очень был привязан к женщинам легкого поведения. Просто ужас. И все его чаяния, надежды были сосредоточены только на этом его желании. И вот в один из дней, а этот день выпал на тот святой день Нрисимха Чатурдаши. Это я к тому, что есть определенные дни, которые имеют определенное могущество, настолько сильное, как, например, и дни Экадыши. Вот. И в этот день они с одной из его девушек, они гуляли-гуляли по лесу, бродили-бродили в романтическом настроении и заблудились, да так заблудились, что не смогли выйти.
И они попали в какое-то разрушенное, такое какое-то строение, ну, что-то типа уже больше пещера, напоминало пещеру, заросшее лианами. И вот они голодные, они остались ночевать в этой пещере, но так и не смогли заснуть, они не ели, не пили, так и не смогли заснуть, потому что там были какие-то жуки, пауки, было холодно, и ну, это просто они просто это промучились все это время. И ну, уже к утру они вышли там куда-то. И так как этот день они провели так, как необходимо проводить этот день, в аскезе, не почитая просад, не выпивая воду, Прохлада Махарадж обрел такое Васудева, тогда еще Васудева, обрел такое могущество, что родился как Прохлад Махарадж. То есть он родился, ну, вошел в чрево своей матери, потом услышал деяния Господа из уст Нарада Муни, привязался и так далее. Вот такая вот история очень интересная рассказывается о Прохладе Махарадже. Это к тому, что такие удивительные дни могут определить наше будущее, как будущее такой личности, как Васудева, например. Также есть такой момент, который хотелось упомянуть, что есть два божества во Вриндаване, и они очень древние. И одному из них поклонялся сам отец Кришны, Нанда Махарадж, именно в таком настроении, что Господь, защити моего сыночка. То есть это очень удивительное воплощение Господа Нарисимхадевы, и оно проявляется именно благодаря силе и чувству такого великого вайшнава, как Прохлад Махарадж. Настолько эта личность чиста и удивительна, что проявила это воплощение Нарисимхадевы. У нас уже нет времени, да? До 15 минут. Поэтому, дорогие вайшнавы, так как Господь Нарисимхадева – это та личность, которая приходит в опасное время, а сейчас у нас опасное время, я, с вашего позволения, просто прочитаю Нарисимха Кавачи. Мы редко, просто послушаем. Нет, я сам санскрит не буду читать, а именно перевод, чтобы мы услышали. Как раз, зачастую мы читаем санскрит, и я читаю вот сейчас Нарисимха Кавачи, а перевод как-то где-то за кадром, где-то какие-то знакомые слова, вроде как ты все понимаешь. Вот, и чтобы погрузиться в могущество Нарисимхадева и его красоту, которая была явлена вот чистотой Прохлады Махараджа. И вот перевод той молитвы, которую мы читаем на Намасте Нарисимха Я. Господь Нарисимха повсюду, Он находится везде, куда бы я ни отправился, Он в моем сердце, и Он повсюду вокруг меня. Я предаюсь Господу Нарисимхе, источнику всего сущего и высшему прибежищу каждого. Это Нарисимха Пранама, так мы кланяемся Нарисимха Деву. А вот сама Нарисимха Кавача. Сейчас я произнесу мантру преданного Прохлады Нарисимха Кавачу, которая избавляет от всех грехов и дарует благочестие, а также дает защиту и рассеивает опасности. Да, я забыла упомянуть, что да, мы к Нарисимхадеву также обращаемся за этой просьбой избавить от шести грехов и от всех недостатков, чтобы наше сердце было чисто, подобное сердцу Прохлады. Поэтому вот он больше как настроение, тот, кто пришел с оружием, тот, кто может сжечь, тот, кто может убить, тот, кто может разделить все эти множество оружия Нарисимхадева. Он может сжечь наши желания, он может разрубить наши путы к чему-либо. Все, что угодно есть у Нарисимхадева для того, чтобы победить грехи в нашем сердце. Эти молитвы Нарисимхадевы освобождают, даруют любые богатства, возможность достижения райских планет, либо полного освобождения. Я буду читать эту мантру, сосредоточив свой ум на Господе Нарисимхе, который восседает на золотом троне, украшенном львами. Нарисимха умиротворенно восседает на троне со спокойным лицом. У Нарисимхи три глаза, а его тело сверкает, как полная осенняя луна. Его супруга Лакшми сидит слева от Господа и обнимает его.
божественном облике Нарисимхи проявлены божественные силы и энергия всего сущего. У Господа Нарисимхи утонченное телосложение и четыре руки, в ушах его золотые серьги, а на груди золотой панцирь и гирлянда из лотосов. Ну, панцирь имеется в виду как у воина, как там, как это называется, бронежилет такой, золотой, латы, да, золотые латы, да, и гирлянда из лотоса. На плечах Нарисимхадева украшения из драгоценных камней. Вот такие эполеты, которые гусары носили, наверное, это оттуда. Господь Нарисимха одет в безупречные желтые одежды и ожерелье, сверкающее, будто расплавленное золото. Господа окружают сияющие полубоги во главе с небесным царем Индрой. В руках у Нарисимхи лотос, булава, раковина и диск. Господь исполнен блаженства. Его спутники, среди которых и орел Гаруда, прославляют его молитвами. Произнося эту Нарисимха-кавачу, я концентрирую свой ум и обращаюсь к Господу Нарисимхе, который находится в сердцах всех живых существ. О Господь, защитник вселенной, защити меня. Ну, как я понимаю из этого стиха, Господь Кришна, он может проявиться в опасной ситуации для нас, как Нарисимхадева, проявить это качество. О вездесущий Господь Нарисимха, вышедший из колонны, пусть прочитанные мной молитвы осуществятся. О Господь Нарисимха, чьи огненные глаза светятся, подобно солнцу и луне, защити мои глаза. О Нарихари, да тебя славят лучшие из мудрецов, защити мою память, очисть мой разум, пожалуйста, защити мой нос. О Господь с львиным носом, пожалуйста, защити мое лицо. О Господь, чье лицо так дорого, Лакшми. О Господь Нарисимха, властелин всего знания, пожалуйста, защити мой язык и рот. Твой лик, прекрасный, подобно луне, постоянно прославляет преданные прохлады. О Господь Нарисимха, пожалуйста, защити мою шею. О Господь, способный держать весь мир, защити мои плечи и талию. О Господь Нарисимха, чьи руки украшены божественным оружием, защити мои руки. О Господь Нарисимха, благословляющий ладонью полубогов, защити мои ладони. О Господь, пребывающий в сердце в форме хари, защити мое сердце. О Господь Нарисимха, разорвавший грудь и живот демона Хираньякашипу, защити мою грудь и живот. О Господь Нарихари, защити мой пупок. Тебе возносят молитвы Господь Брама, родившийся из лотоса, который вырос из пупка Верховного Господа. О Господь Нарисимха, в чьем животе после разрушения мира сохраняются десятки миллионов вселенных. Защити нижнюю часть моего тела. О Господь Нарисимха, твой образ скрыт в звуках всех мантр. Пожалуйста, защити скрытые части моего тела. О Господь Нарисимха, проявляющийся в умах преданных и похожий обликом на человека, защити мои бедра. О человека-лев, Нрикесари, избавивший этот мир от бремени демона, защити мои колени. О Господь Нрихаришвара, подаривший небесное царство полубогам, защити мои стопы. О тысячеглавый Господь, чье тело вся вселенная, защити мое тело целиком. О страшный в гневе, Господь Нарисимха, защити меня с востока. О высший из всех героев, Господь Нарисимха, защити меня с юга-востока. О Господь в облике Махавишну, защити меня с юга. О подобный огню, Господь Нарисимха, защити меня с юга-запада. О вездесущий Господь, защити меня с запада. О Нарисимха, защити меня с севера-запада. О Господь Нарисимха, чье божественное тело самое ценное из украшений, защити меня с севера. О благодетельный Господь Нарисимха, присылающий все блага и дары, защити меня с северо-востока. О Нрикешари, повелитель смерти, защити меня от страха перед лицом круговорота рождений и смертей. Эта Нарисимха Кавача идет прямо из уст преданного прохлады. Если человек повторяет ее регулярно и с преданностью, то он освобождается от последствий всех грехов. Человек, повторяющий эту мантру, обретает богатство и долголетие, а также достойных сыновей. Благодаря воспеванию Нарисимха Кавачи все желания исполняются. Человек, который повторяет эту молитву, всегда будет побеждать. И на него не смогут оказывать влияние звезды или злые духи этого и других миров. Нарисимха Кавача является лучшим противоядием от змей и скорпионов. Эта мантра разгоняет прочь демонов, ракшасов, якши, других вредоносных живых существ.
Если написать эту кавачу на руке или же привязать пальмовый лист, бумагу с ее надписью на предплечье или запястье, ну, как преданная носит, растлители капсулы, то это поможет достичь совершенства в любых делах. Человек, который повторяет Рисимха-кавачу один или три раза в день, на рассвете, в полдень или на закате, способен победить любого человека, полубога или демона. Человек, который от чистого сердца прочитает мантру 32 тысячи раз, получит самые благие плода из всех существующих. Такой человек получит освобождение и сможет исполнить все желания. Рисимха-кавача – защитная молитва, которая является главной из всех мантр. Если человек будет ее повторять, то он достигнет совершенства в чтении любых других мантр и молитв. Если трижды произнести мантру Нирисимхадеви перед жертвенным огнем, а из его пепла наносить на лоб тилаку, то это избавит человека от влияния любых планет. Если трижды прочесть Нирисимха-кавачу над водой и напоить ей больного, помня о Господе Нирисимхе, то больной вылечится от недугов. Я приношу поклоны Божественному Льву, Господу Нирисимхе. Он рычит и заставляет негодяев рыдать. Он устрашающе похлопывает себя по рукам, грозя смертью врагам, вселяя в них ужас. Он весь сияет, жжет и убивает демонов, таких как Хиранья-Кашипу. Он всегда настигает и сокрушает их в небе, на земле. Господь Нирисимха пронзает демонов суровым взглядом и в гневе сотрясает их сотнями своих рук. Господь Нирисимха – это моя мать и мой отец, мой брат и мой лучший друг. Он – знание и все необходимое для жизни. Господь Нирисимха – мой повелитель, и он все для меня. Ну и это вот дальше, это молитва Нирисимха тут и там, внутри и снаружи. Куда бы я ни отправился, я вижу Господа Нирисимху повсюду, ибо Он вездесущий Господь. Ничто в этом мире не может существовать независимо от Нирисимхи, поэтому я полностью предаюсь Ему. Воспевание имен Господа Нирисимхи, словно раскаты грома, отпугивает слухи о Мараджа, Бога смерти. Воспевание имен Нирисимхи поджаривает семена мирских желаний, оскверняющие сердце, и освобождает человека от исполненной страха жизни, круговороте рождений и смертей. Имя Господа Нирисимхи приносит удачу и счастье. Так заканчивается Шри Нирисимха-кавача, составленная преданным Прохладой из Брахмананда Пурана. Шри Нирисимха Бхагаван ки джай. Шри Прохлад Махарадж ки джай. Можете есть какие-то дополнения или вопросы? Угу. Да. Вы сказали, что Гаудия Вайшнавы, они поклоняются исключительно Кришне, да, то есть никаким другим аватарам, экспансиям. Мы знаем Лилу, ну уже Лила Индрадюмна Махараджа, который шел, и к нему Нарисимхадев пришел в качестве пожертвования, когда он принял саньясу. Бхактивинод Такур, это не противоречие, я не противоречу вашему утверждению, поскольку это утверждение там шастр. Бхактивинод Такур говорит, что Нарисимхадев, он как раз тот Кришна, который вот, я просто вторю вам, который действительно способствует освобождению от анардх. Бхактивинод Такур молится, говорит, чтобы обрести любовь Господу Кришне, прошу тебя, помоги мне вот лишиться вот этих всех вещей. У меня вопрос. Вы сегодня замечательно, для меня впервые открылось, что говорится, что в атоме находится Кришна, параматма, да, то есть самое мельчайшего, да, то есть такое проявление как бы эзотерическое, а в сердце параматмы еще вайшнав. Так вот, у меня вопрос, знаете, здесь говорится, что бхакти, оно не дается, то есть это настолько сокровенная вещь, она не дается, она настолько, Кришна, понимая, что в итоге получивший бхакти получает его феномен, и это очень сокровенная вещь, и она не для многих. И об этом Бхагавадгите Кришна говорит, что такая душа, махатма судурлабах, она редкая. Тот, кто получает вот эту беззаветную преданность Кришне. И в то же самое время мы видим, что в Кали-Югу это так доступно.
Потому что что-то ценное, знаете, вот что-то ценное, бриллиант, там куча систем охраны и так далее, то есть это так, там вообще невозможно это получить. Почему так получается, что самые падшие живые существа получают самое сокровенное? Вот такой у меня вопрос. Бхакти, понимаете, бхакти, самое, причем Мадхурья расу. Как что вы думаете по этому поводу? Сколько могу удивиться, подобно вам тоже. Ну тоже, кстати, вот Гуру Махарадж, Парасарати Госвами Махарадж, он говорит о том, что первое качество, которое открывается нам, когда мы какие-то у нас отношения наконец-то завязываются с Господом, это Адбута, удивительное. Удивительный Господь. И это качество удивительного относится именно к Господу Чайтанья. И вот он удивляет именно этим. Вот это вот Адбута, это вот непосредственно качество, проявленное Господом Чайтанья, Адбута. Вот он удивляет тем, что он способен, и в Чайтанья Чаритамрите говорится, что он открыл эту сокровищницу любви к Господу и начал раздавать ее, просто раздавать всем. Вот такого, это милость именно Господа Чайтанья, проявление Господа Чайтанья, которое является проявлением Шримати Радхарани. И она своей божественной женской природой готова, ну как мама, вот она видит всех детей, они все детки, их всех надо накормить. Ну это, наверное, очень странный пример. Ну вот примерно можно как-то поспекулировать, может быть, на эту тему. Что это проявление милости Шримати Радхарани. Еще более, Кришна, кто дороже всех Кришне? Шримати Радхарани. А Шримати Радхарани хочет всех живых существ довлечь служением Кришне. Ее сострадание беспрецедентно. Это как я так понимаю, что тут милость именно вот это вот качество Господа от Бхута. Ну, я не хочу сказать, что у Господа Кришны нет этого качества от Бхута, удивительный. Конечно, Кришна удивительный. Наиболее это проявлено именно Господа Чайтанья, удивительный. Он удивительный. И он удивляет именно тем вот таким своим беспрецедентным поведением, что раздает эту любовь Господу и сам только остается удивляться милости Господа и просто удивляться, как ты оказался в таком нектаре. Для меня это... Не, не, не знаю тоже. Вам спасибо, что замечательный тоже вопрос. Есть, может, еще нет? А как будет? Поклоняйся, да, да, да. Богатство, там, что хочешь, дочку, сына. Угу. Ну, у меня сразу ум разваливается, а Кришне поклоняешься. Сразу забывает, чем Кришне сейчас поклоняется, сильно там буду прилагать. Получу, что-то. А, ну хотел бхакти, получил машину, да? Да, не, дед, как сказать? Нет, это не противоречие. Почему? Потому что все зависит от вашего умонастроения. Что у вас в сердце? Что у вас в сердце? Если, знаете как, мы проповедуем сознание Кришны, кто-то приходит за знанием, ему интересно, что здесь вообще происходит, какие-то мудрые вещи и так далее. Кто-то приходит, просад ему нравится, кто-то, боже мой, какая красота, я хочу еще раз увидеть эту красоту. То есть ну, мы все приходим здесь, мы в одном месте. Точно так же Нирсимха Кавача, она тоже ну, многоуровневая. У человека может быть какое-то желание, вот он очень хочет избавиться от материальных желаний. Он повторяет эту Нирсимха Кавачу, и она исполнит его желание, он избавится от материальных желаний. А кто-то повторяет Нрисимха Кавачу, он знает, что она очень могущественная, и вот как здесь описано, и богатство и так далее, может победить врагов. Он может оказаться в такой ситуации, какой-то человек, который вот он находится в опасной ситуации. Вот враги, они могут его убить. Он может читать ту же самую Нрисимха Кавачу и избавиться от этих врагов, ну каким-то образом, может не убивая даже их. Она исполнит любые желания той личности, которая ее читает, какие у него в сердце. Если у вас в сердце бхакти, как у Прохлады Махараджи, то вы получите бхакти. Не будет вам никакого счастья в этом материальном мире, не беспокойтесь. То есть это не исполнится, потому что Кришна исполняет желание, которое в сердце. Ну, вы можете сосредоточиться, допустим, уже, ну, Харе Кришна не надо, все. Нарисимха Кавачи тут мне рассказали, да? Не-не-не-не, Хари Кришна Махамантра, она является зерном и семенем всех мантр, всех.
Повторяя Хари Кришна, вы все равно читаете Нарисимха Кавачу, и Туласи Кавачу, и Нараяна Кавачу. Когда вы повторяете Хари Кришна, вы все это получаете. Она маха-мантра, в ней находится все. Но иногда преданная находится в определенном каком-то настроении, каком-то или в опасном, или что-то его сердце жжет, какое-то материальное желание. Кто-то не может избавиться от курение, например, там еще что-то. Ему надо сосредоточиться, вот, ну, Господь, ну, вот с этим желанием как-то побороться. И он уже начинает, и Нарисимха Кавачу читает и так далее. И это помогает. Очень много случаев, когда преданные избавлялись от дурных, 100 лет курил там или еще что-то, начал читать Нарисимха Кавачу, все. В какой-то момент все неинтересно. Не только курил, наркотики и так далее и тому подобное. Какие-то жесткие привязанности, которые, ну, так, с телом связаны непосредственно. Это помогает. Но Хари Кришна Махамантра, она очень могущественна. Просто какие-то моменты. Я вспомнил то, что я хотел вам задать, главное. Был браман, это такое предыстория, но это важная иллюстрация. Он был поборником просто браманистской культуры, очень был привязан. И он пошел к буддистам, и в итоге его выявили, что он браман, представитель ведийской культуры, они же воюют. И они его сбросили там с пахоты, ну, с высокого. И он, когда летел, он сказал, если веды, а он был просто привязан к ведам, это если веды абсолютно истина, то со мной ничего не случится. И он упал, но он сломал руку. Потом он спросил Бога, Господь, пожалуйста, почему так? Я абсолютно в тебя верю. И тут он услышал ответ. Ты сказал, если. Вот этот момент сомнения, вот эта доля сомнения. Поэтому для меня возник вопрос, это предисловие. Вот когда мы повторяем, понимаете, можно же тараторить как попугай, ту же махамантру, ту же Нарисимха Кавачу. Почему я задал вам вопрос, насколько мы понимаем значение и смысл того, что мы произносим? И насколько это играет роль? С одной стороны, Шрила Прабхупада говорит, что на каком-то этапе вы можете абсолютно не понимать, это работает. Святое имя работает в любом случае. Но при всем при этом смысл осознанности и понимания углубления, человек получает совершенно иного качества плоды, когда он понимает, не с точки зрения ума, он понимает, что такое нама, и это святое имя, которое расширяет это понимание. Вот вы сказали, что в Хари Кришна мантре есть Нарисимха Кавача, Туласи Кавача, в общем, все защитные мантры, любые мантры. Вот. Насколько человек, чем больше он углубляет это понимание, тем больше ему это открывается, что можно предаться святому имени. Без понимания этого, я вот почему говорю, что если нету, чем больше осознанности и осмысления, тем больше результат. Да, но мы проходим уже разные этапы, и в какой-то момент мы предаемся разным кавачам и так далее. То есть просто проходим меня, через этот период. Просто у меня вопрос, вот как, понимаете, насколько играет значение вера и понимание, потому что можно верить, знаете, вот, ну, как-то так вот, ну, поверхностно, сентиментально. Ну, что ж поделать, мы... И это работает все равно. Мы идем, и в разный период с нами происходят разные какие-то трансформации, но так как мы находимся на этом пути, и ведомы Господом, мы будем надеяться, что придем к той необходимой точки, желаемой точки. И причем эта точка будет все глубже и глубже. То есть сейчас, может быть, на начальном нашем пути у нас были какие-то свои задачи, да? Ну, так же ж было. Мы пришли в сознание Кришны, у нас же не было желания полюбить Бога. У нас появились какие-то желания, какие-то вот на этот момент, и они были уже чисты, более чисты, чем до сознания Кришны. И наша цель все отодвигается вглубь. Сознание Кришны отодвигается все глубже и глубже. Постепенно. В какой-то момент, может быть, уже нашей будет целью понять свою сварупу. Это будет естественно. Сейчас мы не можем на себя надеть такую цель и такое осознание. И можно понимание... Это вполне естественный процесс по ступенькам, и не нужно форсировать эти события. Да, в первый класс он учится просто буквы, учит по букварю. Ничего не понимает. Потом... Более того, мы какие-то сокровенные вещи мы можем просто даже не услышать. У нас сознание, знаете, как вот, а что, какой-то, ты читал, а что здесь об этом, оказывается, я же 300 раз читал, что здесь об этом говорится. То есть, или как преданный, он имеет привязанность к Радхе, и он
я не помню, кто это из вайшнав. И он видел Радхарани и в Нарисимхе, и там вот перечисляют, везде Радхарани. Он видит так, он везде так привязан к Радхарани, что он везде видит Шримати Радхарани. Ну, это такой уровень. Поэтому будем естественным образом в обществе преданным, и не волнуйтесь, вам помогут. И очиститься и прийти к Господу. Да, все, большие вайшнавы, Хари Кришна, да. Шримад Бхагаватам Киджа.